46-19. Я на ней работал, даже собирал ее, все. Так, юзик ты стоит, площадочка. Но паршивая погода. Сейчас надо посмотреть угли. Блин, я на лазе вообще уже не понял, когда последний раз я ездил. Наверное, вот это и был мой последний лаз, на котором я ездил. Есть угли. Кстати, есть какие-то новые угли. Вот эта часть тупо типа раздвигается. Ну, короче, сюда были вот такого плана. Вот. Такие. Потом были, есть еще квадратные. Они, ну, на сухую погоду. Короче, эти фиговые угли, они мне не нравятся. Эти в дождь и в сухую погоду вообще отлично. А сейчас еще есть такие в депо выдают. Я их еще даже и не видел. Недавно просто мне только что водитель ехал, показал. Я говорю, блин, я даже таких не видел. Короче, будем собираться. Фотик я не хочу мочить. Сейчас я посмотрю, что там у нас на крыше. Хорошо, угли есть. Перчатки мои есть. Ключ мой есть. Так, угли я поменял. Сейчас будем пробовать запускать машину. Я, конечно, не сильно помню, но попробуем. Так, надо масса. Наверное. Или не. Где-то тут свет кабины, короче. О, это свет. Все, значит, масса есть. Потом два этих прикола, по-моему. Это блокировка хода и типа автомата, по идее. И автомат. Или не? Это зумер. Начинаем подождать. Не, тишина. Ну это плохо. А, ну зарядка же должна была появиться, правильно. Сейчас еще раз попробуем. Не, это свет. А, ты, по-моему, даже автомат не включался. Ну. Уже так. Короче, ладно, ребята, сейчас я раздуплюсь, потому что как в прошлый раз. Потом подождите. Так, короче, наоборот, оказывается, вот это свет в кабине. Я просто, оно было включено, потому что это масса. А масса вот рядом, потому что наоборот. А оно потом выключилось, потому что я массу выключил. Ну, эти две клавиши, это блокировка хода, это... Еще какая-то фигня. Блин, я вообще уже что-то не понял. Значит, ключ зажигания, оказывается, он тут работает. Ну и автомат. Все, аварийка тут. Клацает что-то. Ну сейчас качает. А, все, уже докачало, походу. Реверс переводим. И... Так, угли я вам показал. Да, но я поставил те хорошие, которые я вам рассказал. Тоже полукруглые, но не такие. Это сюда. Это сюда рюкзак. Даже не знаю, может сзади поставлю. У меня там тут и жилетка, и ключ. Ключ я с перчатками. Такие у меня, ну, такие перчатки, которые я ношу с собой сюда. Ну, тут в машине тоже есть. Башмак есть. Усилитель гудит, надо бы к нему привыкнуть. Так, табло. Вот такое здесь маршрутоуказатель. Это, я не помню, как они называются. На новых, кстати, Богданах тоже такая система. Ну, короче, это планшет, но это не мое. Надо выйти отсюда. Меня здесь, по-моему, еще нету. Ручник здесь. О. Так, если компрессор качает, значит здесь ничего не надо трогать. Я просто даже не понял, где что и как. Ну, дверь это разобрался. Ой, сюда водительская, да. Это первая туда. Ну все, это я понял. Так. Наоборот, Богдана открывается сюда, а на лазе закрывается, так что... Ну что, ребята, едем сейчас. На Керченской стоим. Перекресток. Как там Романа Шухевича, да? Маяковского проспект. На 37-й выезжаю, сразу на Флоренцию встану. Погода ужасная. Короче, как день перед отпуском, то вообще весело, нормально. Так. Опа, чё. Уже раздуплился, даже свет фар нашел, да, включается, повспоминал.
Я, по-моему, последний раз и работал на 19-м этом лазе. Надо снизу поставим. Так что такое. Сейчас немножко себя покажу. Если успею, конечно. Ну, работаем, отработаем. Все будет нормально. Thank you.
на кривой что-то скинуло. И в тот раз я тоже ехал, на кривой попадали. Непонятно, что за фигня. Что-то на кривой падает. Сейчас пойдем посмотрим. Чего не хочешь? Так, все выключаем, непонятно. Это маршрут, маршрут. Есть свет? Есть. Так. Маршрут. Ну а что ты не запускаешь? Ладно. О, ну ты едешь, зарядка. Не хватает. Так, АКБ включено, хорошо. Все по управлению. Заряд аккумулятора плохой. Щелкнул, так. Ну. Это 600 же, ну и автомат. Что, все уже? Приехал? Походу не хватает зарядки аккумулятора, я уже выключил даже... Выключил и свет фар. Уже сигналит там, да, есть. Почти 20... вольт на КБ. Ну. О! Запустил, все. Так, ребята, вот смотрите, я тогда прошел стрелку, а потом упала левая штанга. Вот я от депо до Флоренции доехал. Во-первых, что уголь на бок стерся, а во-вторых, вообще посмотрите как. Чтобы вам для сравнения показать, кто там не сильно знает, если не коллеги смотрят, ну вот, разница нового и то, что я проехал. Поменял опять, а потом она не хотела запускаться, потому что я включил, ну, свет фар был включен, габариты и аварийка. И получается, пока я ходил, менял, упал заряд аккумуляторов, а новые троллейбусы, надо им всегда хороший заряд аккумуляторов. Поэтому такая ситуация. Сейчас ты на Флоренции, ну уже, а что она не переключается, надо, наверное, перезайти. Тоже выходим с системы, сейчас вам покажу, как она делается здесь. Это тут как бы электронный график. Есть обычный, бумажный. Ну, я там уже посмотрел, и сейчас заходим и в электронку. Что-то выбило, не знаю, может оно... Так, и что-то меня выбросили вообще, а почему? Главное, был график, а теперь уже нету. Странно, ну 37, 37. И, по-моему, 6 у меня выпуск. Это я вручную сейчас буду выбирать, ну, вернее, выбираю. 6 выпуск, вот, 16.08 на лесную надо ехать. Флоренция, 20 минут. Через 8 минут надо мне от этой остановки отправиться. Сейчас мы немножко протянем вперед, потому что я за кольцо заехал, надо чуть-чуть убрать жопу туда свою. Вот
то в основном всегда маршрутки стоят, но их почему-то здесь нет. Я им немножко оставлю место. А машину не буду выключать, потому что вот такая система. Ну, сейчас еще попробую перезагрузить этот прикол, потому что он мне не нравится. Надо как бы выйти, наверное. Так, компрессор заработал, слышу по вибрации, такая вибрация ощутима. Сейчас мы сделаем перезагрузку, выключить его, сейчас попробуем. Вот такие дела, короче, сменка веселая. Хотя мы еще никого не везли. Блин, новый салон. Кстати, я забыл, ну или как бы сказать. Это же ЛАЗ, типа Zeven ЛАЗ, грубо говоря, Zeven и ЛАЗ. Часто кто-то спрашивает за ник. Я просто ЛАЗы никогда не любил, они мне что-то сразу не понравились дома. Ну еще это 2008 год был, где-то так, 2009. Но сейчас, в принципе, рулевое такое легкое, вообще, даже не сравнится никакой Богдан. Вообще прям. Поэтому четко. И педали легенькие, да. Педали здесь вот под одну ногу. Дали ватки фирма, польская фирма. Так что стараюсь вам по максимуму показать, чтобы было что посмотреть. Так что такие дела. ЛАЗ, Zeven ЛАЗ. Вот моя рука Zeven и ЛАЗ рядом. Так что такое. Сейчас опять попробую ввести в эту систему. Что-то не зашло на мой график, а выбирать график ездить мне как бы не сильно в прикол. Ну, не, ничего нет. Ну, ручной выбор поездки, выбираю маршрут, 37-й. Может потом раздуплится система, она может глюканула из-за того, что я машину перезапускал. До обеда доезжу, а там посмотрим. Так, 6-й выпуск, вот 6-й, вторая смена, 5-й рейс получается. Ставим, так, Милославская. Через 4 минуты уехать, где-то должна вот моя передняя, наверное, машина едет сзади. Сзади она сейчас объедет меня, сейчас я вам покажу. Вот как я говорил, что маршрутки здесь стоят. Так что подписывайтесь на каналы, на Instagram, на канал и каналы другие. Транспорт, может что-то интересное буду выкладывать туда, не всегда получается. Да, вот 40-45 киевлянка, вот я за ней должен ехать, получается. Ну все, сейчас мы через 4 минуты и мы отправляемся. Ну, они тоже немного опаздывают, потому что менять угли, вы сами поняли, что я здесь от депо проехал, и, короче, не то, что я пошел посмотрел, они просто упали меня. А тут еще какой прикол, есть тут здесь кнопка «Проходи стрелки потоком», и когда ты нажимаешь потоком, срабатывает зумер. Ну, совсем другой, сможете услышать. Слышите, это зумер, короче, когда потоком. Потому что зумер обычный, вот так пищит. Это, ну, и поначалу высаживаешься, думаешь, что зумер сработал, но нет, это обычно просто потоком делать. Так что такое, ну, дворники, все дела тут. Так что, ну все, будем работать.